Добрый день, лейтенант Петров, ваши документы. Господи, везде Петровы. Скоро ваша эра закончится. Ребят, ну честное слово, ну с кем не бывает, ну погорячился, а? Куда вы меня везете? Полковник сказал, чтобы мы вас по месту прописки отвезли. Поселок Орш. Господи. Ну, конечно. Таня, девушка Кирилла. Катя, девушка Кирилла. Чем обязаны таким незапланированным появлением? Когда-то и ты у нас с мамой так появился. А чё это вы, ребят, посуду не моете, а? Я вчера уставший пришел. Где ты успел так устать? В дверь выносил мусор, да? Я у сына за городом. Здесь ад. Ну, хоть в доме моем поживешь нормально. Вообще, это мой дом. Пропуск аннулировали. Я хочу в Москву вернуться. Ты плохо играешь. Даже вот усталость не можешь сыграть. Я лучше тебя во все играю, понял? Это война. Я не понимаю, где в этом мусоре я? Локоть не отрывай. А ты отрываешь. Я знаменитый актер. Почему я должен мыть посуду? Давай, сынок, не боись. Папа всему в жизни научился. Вы только это, ночью-то, ну, как бы, не шумите. Я человек пожилой. Старый ворон может из гнезда-то и попроситься. А вы все шутите. Нет. Я друга потерять, я друга найти. Мне жить негде. Можно я 2 дня у тебя перекатнусь? То есть между сыном и китайцем ты выбрал китайца, да, которых миллиарды? Ты тоже между папой и женщиной выбрал женщину, а их 4 миллиарда. Нагиева, это что, твой сын? Да. Интересно, в кого он такой красивый? Меня. Да не. В отсутствии человека все чаще появляются в городах. Кирюша, сынок. О неожиданных встречах людей и животных расскажет. Редкую сцену.